Приводит агентство «Интерфакс». Боеспособность вооруженных сил восстановлена. Сегодня Порошенко выступил в Житомирской области на очередной церемонии передачи войска различной техники. Бронемашин, стрелкового оружия, а также боевых самолетов. И все это вот-вот отправится на юго-восток. За последние 30 дней мы передали вооруженным силам более 400 единиц техники. Приводит агентство «Интерфакс». Боеспособность вооруженных сил восстановлена. Сегодня Порошенко выступил в Житомирском самолетов. И все это вот-вот отправится на юго-восток области на очередной церемонии передачи войска различной техники. Бронемашин, стрелкового оружия, а также боевых.